Навстречу безопасности. Так назвали свою профилактическую кампанию сотрудники дорожной полиции. Но вот юный водитель мопеда явно спешил встретиться не с безопасностью. Ему всего 14 лет. Нет ни водительского удостоверения, ни стажа. Однако есть юношеская прыть и безрассудство. К счастью, на этот раз все обошлось без происшествий. Если не считать вызов отца парня для воспитательной беседы и изъятия транспортного средства на штрафстоянку. А между тем аварии с участием мото- и велотранспорта происходят все чаще и не без последствий. Только за последние полгода в них двое погибло и более 50 человек пострадали, в том числе и 10 детей. ГИБДД Барнаула призывает жителей и гостей краевой столицы к взаимному уважению на дороге и строгому соблюдению правил дорожного движения. Мария Мацаева, «День с толком».